история куски делают. Не нужно. Но проблема была. Команда, трави. По травне. Есть? А что вы делаете? Не дошло? И аппетит же надо спешить. Убегают от пушки. Из интернета я могу попасть. Значит, ну натружка была, конечно, не такая. Я ее спрятал. Бывает там из бараньего рога, из козьего рога. Там и так далее. У кого чего было под рукой, то... Это порох? Да, это порох. Натружка насыпана. Я третий номер. Так, орудие наводи. Ну, чтобы навести орудие, офицер стоит позади, указывает цели направления. Я смотрю, цели направления. И указывает, левее. Если левее, стучит. Правее. Правее, стучит, куда-то. Нет, не знаю. Так, а как эти вот эти не было, ничего такого? Есть, есть. Превышение тоже есть. Есть винтовой подъем. Готово? Внимание! Пли! Хорошо? Да, как салют. А да. Потом потушить надо. Да, ну, посмотрите, я специально открываю, обратно закрываю, там наконечники кожаные, чтобы воздух не попал и не было. Вот, видите? Картуз был тряпочный. Борис. О. За счет вакуума. Мы еще раз выстрелим. Давайте еще раз. Картуз был тряпочный, поэтому, чтобы не было повторного выстрела, очень здесь... Так может мы ядро положим? А где эта штука-то? Я же не уложил, вы не видели? Укладывал ружье. Нет, я не смотрел. Улетело, вот туда. Конечно, он прилетел, только куда дальше? А сейчас что это? Это если там еще остается. Морской бой, да? Место выживания. Кто выживет, да? Это не была большая игра. Так. Теперь-то можно? Точно улетело? Такой посмотрел. Она уже остыла. Еще разрешайте нам стрелять? Да! Да! Конечно! Да! Да! Давай! Пока заряжается оружие, скажу, что группа реконструкторов патрионов единственная группа из России, которая участвует в аутстрелиции и ездит с настоящими укладываем. Большая проблема границу пересечь. Погнал. И поэтому ребята стоят лагерем, устраивают настоящие со стороны России показательные стрельбы. И в феврале у нас проходит реконструкция сражения Пресси Лау. Ну, это все об истории земли, в котором они реально участвуют. Хорошо. Это боевые артиллеристы. В Аустерлице? 200 лет. Чувство 19 лет. Очень много французов. Почему французы? Вот, вот, вот. Еще одну где-то еду маленькую. Мы решили реально его вот так. Да. Так. Ну, сейчас, а ядром заряжаю. Понятно, да? Да. Оно там. Да? Я снял. А у него откат большой был? Да. Сколько, 1.2 м? Ну, как правило... Это обман. Короче, когда испытывали, испытывали пушку, да, оно откатилось на 3 метра. Подпрыгнуло вот так вот и на 3 метра откатилось. Это из-за чего? Отдача. Ну, потому что хороший заряд положили. Да? Слишком почти много, настоящий да? заряд. Она здесь... должна вращать, чтобы ее не разорвало, если так. Да. А она ведь сейчас как-то обсыпалась раз. Землей еще? Нет, нет, нет. Ну, чтобы упор был. Его да. вкапывали. Нет, да, а на сколько метров улетает? Максимально на сколько метров? 600, 700. Так, кому было мало, подходим поближе. А я уже подойду подальше. Секунду, секунду, подождите камеру. А я думаю, у кого айфон, может, слово можно сделать. Тогда, так и сейчас. Все, можно. Готовы? Да, на старт! Вали!
Это жесть! Что там? Охренеть! Уши заложил. А вы больше положили, да, сейчас? Да не, не. Говорите громче, я не слышу. Никто не слышит здесь. Еще раз такой. Меня сюда зовут. А почему так произошло? А? Мышка, а мы стояли на срезе стола. Стояли дальше. Я же говорю, поэтому отходи. Оглохнуть можешь? А мы все глухие. Вы что сказали? Круто. Можно сфотографировать? Пожалуйста. Вот так? Да.